Иди, сынок. Люблю, прощаю, жду. С этими словами любящий папа Карло провожает непоседу Буратино в школу. И именно эти слова – главная тема всего выступления. Любознательный Буратино отправляется в полной опасности и неожиданных встреч путешествия, чтобы вместе с верными друзьями найти золотой ключик, открывающий дверь в волшебную страну. Участники акции также передали детям подарки, собранные прихожанами церкви «Слово жизни» города Калуги. Уже третий год, в канун Рождества, приезжают они в Козельск, где их встречают как добрых друзей. В Козельской школе-интернате обучается 140 учащихся. Многие из них имеют тяжелые нарушения речи. Из малообеспеченных семей, из неблагополучных семей есть дети-сироты. Мы очень рады тому, что к нам приезжают наши друзья и постоянно оказывают нам благотворительную помощь. Сегодня мы увидели хороший, замечательный концерт, подготовленный их усилиями. А также дети получили сладкие подарки и много разных игрушек. Большое им спасибо и низкий поклон. Я помню главные слова. Люблю. Люблю тебя всегда. Прощаю. Это мой ответ. Жду. Исключений нет. А если я все-таки сделаю что-то неправильно? Все, что тебе нужно, это просто попросить прощения. Мы очень рады, что имеем возможность сделать небольшое чудо для этих детей, подарить им частичку своего сердца. Очень хочется, чтобы эти дети ощутили настоящую заботу и любовь. И чтобы они, когда сами станут взрослыми, смогли создать крепкие семьи, основанные на истинных ценностях. Специально для ТБН Татьяна Коваленко, Иван Новик, Калуга.